Всем привет, друзья, с вами Малдер, мы продолжаем играть в шестого резидента. Всех пули, блядь, к хуям потратили в прошлой серии. Снайперка есть, дробовика нет, хотя он есть маленькая. Пистолета. Пытались убить одну тварь с пилой, но получилось плохо. Самолет. Ой. Ого, кто-то, похоже, сильно разозлился на этот мир. Ладно, дайте пулек, блядь, немножко. Ну, блядь, только не вот это говно, ссуйте мне. Оп, ох, отлично. Хоть немного дробовичачих нам дали. Аж десяточку. А было, по-моему, 50 с хреном, блядь. Так, что там мне, пистолет? Там еще одна коробочка. Давайте еще пачку, блядь. Ну, ладно, хоть так. Так тоже неплохо, но не идеально. Так, девчонка узкоглазенькая. Полуголая. Так. Чё-то у меня телефон бздыкает, блядь. Чё тебе надо, нахуй? Господи, боже мой, блядь. Так, с работы наёбывают. Идите нахуй. Пока что, во всяком случае. Коробка. Шерри Биркин. А это должно быть носитель антител к вирусу. Похоже, они не одни. Думаю, новеньким не помешает помощь. Думаю, надо отплатить им за добро, которое провели ко мне их родители. И сейчас самое время. Так, а чё самое время-то, блядь? Типа их надо защищать, что ли? Мне кажется, они сами неплохо справлялись, блядь. Так, патроны, снайперские патроны. Так. Блин. Ну почему мертвецы не ходят спокойно, не хотят спокойно лежать и гнить? Хуёзный. Ну, блядь, что за хуйня, ёбаный рот. Ну я попадаю, нет ли, блядь? Попадаю, судя по всему. Надеюсь, я его видел в последний раз. Что там? Ага. Сколько коробушек-то, блядь. Блядь, трава нахуй. Стрелы, блядь. Уэскер младший. Так, что они там, блядь? Помогать им, не помогать? Где они, блядь?
Сука, перезарядка ебучая. Бля, у меня от снайперки патронов нахуй. Хоть жопой живи в натуре, блядь. Так, этот сдох. Кому-то мало досталось. О чем ты? А вон тут у нас есть еще кое-что, что можно разбить. Трава. Да ебаный рот. Сука, траву теперь насовывают. Куда тут идти-то, блин? Так, ты перезаряди-ка, блин. У тебя сколько метров эта, блядь, веревка нахуй? Так, что там происходит? Где? Не вижу, блядь. Этих тварей так сложно убивать. Я, блядь, даже не вижу, где твари-то, блядь. А, о. Нет, это не тварь. Это Шерри, блядь. Вон она, блядь. Мимой, конечно же, блядь. Да, блядь, почему в воду-то, ну? О, попал. Попал? Думаю, ты уже всех достал. Надеюсь, это все. Этим двоим не поздоровилось бы, не будь я рядом. Так, не будь ты рядом, да? Ну-ка, что там здесь не написали? Ебаный. Худшая водная прогулка со всех времен Титаника. Ну вот, снова их спасать. Бедняжка Шерри, как монстрам нравится за тобой гоняться. Говорит Пирс Ньюинс, Ада Вонг направляется на юг, к военному порту. Объявляется общая тревога. Прямо встреча старых друзей из Раккун-Сити. С вами мы еще увидимся. Мне нравится, она таким спокойным голосом всегда все время говорит, блядь. Вообще похую все, что тут происходит. Куда идти-то? А сюда. Вот, с этим мы походим. Так. Вот так путешествовать я люблю. А что там такое? Куда нам надо? Туда? А, там этот. Какой? Водный мотоцикл. Ничего тут спиздить-то нет. Ну, по-любому та тварь еще живая, блин. Сейчас она выпрыгнет из воды, блин. Неплохо. Неплохо. Конец третьей главы. А сколько глав у Ады, интересно? Я, кстати, так и не понял.
Тут за каждого персонажа количество глав одинаковое или разное? Ну что, 18 тысяч, чуть меньше осталось нам до 17900. До защиты уровня 3. Посмотрим, сумеем ли, сможем ли. Так, что за хуйню мне тут прислали? Ну-ка, секунду, блин. Может, хватит уже бегать. Нам с тобой столько всего надо обсудить. Так. Гранатка. Это что? Ладно, сюда не пойдем. Типа закрыто. Бля, что-то мне там звонят, нахуй. Хуй знает, кто это, блин. Я не знаю. Так. Он еще один ходит, блядь. Оп! Так. Блядь, заебали этими гранатами, нахуй. Стой, там, может, снайперки, со снайперки его снять, блядь? Ты, сука, съебался, блядь. Где он? Ага. Нет, тут очень настырный момент. Сука, блядь, отвлекли меня, тут этот хер, блядь, забитый самый. На меня нападает уже. Так. Ну, серьезно? Раздельные коды доступа? Без трех кодов мне не пройти? Он меня видит? Наверное, больше нет. Че, не сдох, что ли? Че, пароль? А, у него пароль, ёпта. Спасибо за код. Это что там за говно, блядь, сверху? Блядь, только не вот это вот, нахуй. Ой, тут еще два, блядь. Так, вот эти хрюкалки, блядь, пошли-ка они нахуй. А, открывать еще надо. Контрольная точка. Я не люблю этих вот хрюкающих, блядь. Так, капитан. Надо еще ниже, что ли, там спускаться выходит? Здесь что? Заперто с другой стороны. Так, где-то вход, видимо, рядом. А это что? Кают капитана. Так, что за хуйня? Ну, блять, ну нет, не. Оп-оп-оп-оп. На нахуй. А тут какое-то оружие есть. Медведь. Ох, бля, сейчас мы с медведем-то. И очки 5000, блять. Захуячили. У меня от медведя патронов нету, блядь. Очень жаль. Очень жаль. Это я назад пришел?
Подожди, что-то я, блядь, кругом хожу, хожу, блядь, никак... Никуда не выйду. Так. Нет, открыто. Стой, стой, стой. Нет, тут не одна такая каюта, значит. Где этот хуило по мне стрелял только что? Выходи, подлый трус. Ах ты, ах, там два, блядь. Три, блядь. Стоять бояться, блядь. Блядь, патроны. Вот это что такое? Это от медведя? Бля, мне что-то выкинуть надо. Что у нас есть? Ту, блядь, не то смотрю. Гранаты зажигательные. Ну их нахуй. Это вот так сделаем. И тут чемодан еще какой-то есть. А там еще комната какая-то. Так, 5000 опыта. Что-то чувакает, блядь. Сука, ты откуда ты, блядь, взялся? Пидорас, нахуй. Вставай, дух, нечего лежать. У нас есть дела. Так, толчок. Ну-ка, тебя нахуй не буду я с тобой тут даже драться. Жаль, двери нельзя закрыть. Сейчас бы закрыли, да убежали бы. Тут? Так, 37 метров. Помещение-то? Это типа камбуза, блядь. Давай, давай, давай. Так, да что? Что делаешь, гад? Ах ты, сука, а какая тварь. Иди сюда. Я не буду с тобой драться. Что там было? А. На тебя нахуй. Сдохла? Сдохла. Так, медведя, ну нахуй. Да где, блядь, оружие-то? Вот. Это записка? Нет. А он так и идет за мной, хуеплет. Мне надо не забыть вырезать телефон. Телефонный разговор, блядь. Так, без трех кодов не... Так, блядь, это три... Сука, это я на три кода шел, ебаный рот. А где? Там, блядь. Я думал... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, какая... Какая беда, блядь, случилась. Ну, блядь, ты пидорас, нахуй, тут здоровый этот ходит. Так, где эти пидорюги? 2, 30 метров, где-то здесь же он. Ну-ка, открывай. О, это тут еще с этим, со щитом этим дурацким. Блять, а тут закрыта дверь-то, ёпты мать. Заперто с другой стороны. Да-да-да-да. Ох ты, ёбаный, по башке. Так, давай-давай. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Я не такая. Где-то вот, прям здесь, 5 метров этот хер. Где вот он там ходит? Ну, блядь, серьезно, что ли? Почему так? Так, пробел. Давай, вали нахуй. Посмотрим, как ты справишься с огнем. Да. О! Что, надо его пришпилить, может быть? Так, а что нам делать? А духу по-пионерски. Тушить не может, блядь, костер. Контрольная точка. А, все, типа того, да? У нее приспособления нет такого. Так, ладно. Блять, промазал. Где, блять, пистолет-то ебаный?
сука, она со щитами, что ли, блин? Эх, сдох, сдох. А где этот с картой-то, блин? Да что там за хуйня, блядь, не ясных? Уйди, сука! Ебашь ее об стену, правильно, нахуй. Блядь, патронов некуда сунуть. Что там? Так, мы тут были, я помню, когда за Леву играли. Зажигательная. А слушай, давай возьмем, кстати, там. Где она, блядь? Вот, бери. Семь метров, он где-то за стенкой. А, вот здесь. Как, блядь, недоброжелательно. Там рука, бля, я слышу, где-то эта херня ползает. Ключ, 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 бери. Еще один есть. Пароль 3. Еще один. И я у цели. Еще один, и ты у цели. Где-то 20 метров. Тут, блядь, все рядом они. Да, что-то мне надо выкинуть. У меня патронов некуда совать. Предлагаю гранаты все-таки хуйнуть. Блядь, нету другого варианта. Просто нету. Что это, блядь, за хуйня ебучая? Так, открывай дверь, блядь. Тут нету. Блин. Ах ты, сука! Сзади уже подкрался. Эх ты, тварь, блядь. Блядь, как я не люблю вот этих вот... Пидорюк, блядь, а? Ну где он там? 33 метра. А, вот здесь, наверное, где-то. Здесь, не здесь. 30 метров. Блядь, он еще один. Так, сдох, не сдох. Погоди-ка, погоди-ка, мужик. Здесь? Что ли? Здесь, походу. Ага. Ух ты, бля, умный, бля. Блядь, клешня, бля, да не одна, блядь. Уйдите, суки. Так, что делаю, блядь? Тихо-тихо-тихо, да не то нажал. Щитовой там, блядь, хуеплет. И вот этот вот, блядь, еще. Ай-яй-яй-яй-яй. Отъебитесь от меня, дайте я крючь твою. Чё ты делаешь, блядь? Куда ты полезла, блядь? Убери лапы. Бери. Ёбаный рот, нахуй. Убери. Так, где это, блядь? Пошел нахуй. А чё там, еще один, что ли? У меня аж три кода-то, блядь. Или убить надо эту ебалу, блядь. Так. Что-то я, блядь, не туда иду, судя по всему. Но мы сейчас в любом случае выйдем. Вот здесь вот можно выйти, мне кажется. Бля. Так, бежим. Сейчас мы тут пройдем. Три кода у нас есть. Подожди, или два, блядь. Ну мы три же находили. Что за хуйня, блядь? Я ж три кода-то нашел, блядь. Три ключа. Один, хотите сказать, вот у этой змеи, блядь, которая там...
ты еще не сдох. Охуеть. Вон она, блядь. О, нихуя себе, так можно было? Ебать мне. Так, где? Вон она. Вот у этой, блядь, ключи. Она съебалась, что ли? Нет. Эх ты, тварь, блядь, блядь, патронов нету. Нет, блядь, уйди, сука. Сдохла? Да, блядь, чё не сдохнешь-то никак? А чё, как мне ключ-то взять? Блядь, мне сейчас... А, во-во-во, ключ. Третий, да? Очень... Ой, последний. Оказалось довольно просто. Я в полной уверенности был, что я их три собрал. Давай, вставай, блядь, от духа, хватит валяться, блядь. Блядь, надо подлечиться, ёбаный рот. Так. Охуенно, блядь. Ну что ты, блядь? Ну что, такое, ни секунды не получается побыть одной. Чувствуешь, как он распространяется по твоему телу? Я даю тебе то же самое, что ты дал мне, Симмонс. А, ну вот и мой злой близнец. Сначала тебе будет страшно, не бойся. Ты просто станешь чудовищем, каким был всегда. Ты и все остальные на Земле. Ты и твоя семья сделали наш мир таким, какой он есть сегодня. Но уже завтра все переменится. Что с тобой сотворил Симмонс? Интересно, когда я встречусь со своим двойником? Так... Блять, не подлечили, суки. Не подлечили. Ну ладно, я вроде как выбрал. Нет, или еще на корабле. Нет, еще на корабле. Эйда, Ада, стой! Я не так, кто вам нужен, но времени объяснять нет. Так, погоди-ка, надо нам ее переместить сюда. Контрольная точка. Чё там такой кораблик? Не люблю быть в свете прожекторов. Я успел? Съебаться. Блин, она не открывается, эта дверь-то, я думал. Так, чё там, блядь? Чё, 5 метров? Какие 5 метров? А, туда обойти надо. Твою мать. Итак. Там вон тир какой-то. Что за хуйня? А. Спасибо, что отвлекли их, ребята. Увидимся. А интересно, если бы вы за крысу играли когда и башку бы задрали вверх, ее видно было бы, как она ползет?
Вот это интересный момент. Из игрульки. Что там пробил? Контрольная точка, еще одна. Какой-то пойло. Блять, одно пойло на корабле. Что там за корабль? За корабль, блядь. На Ибицу ехал, блядь. Военный корабль. Так, тут чего, блядь? Тут ничего. Пульки нам дали за то. Так. Ага, это, судя по всему... Блять, мухи, ёбаный рот. Где главный мух? Где ты, сука? Покажись, тварь! Вон она. Да пидоры, блять! Летающие! А ну, отвалите от меня, блять! Сука, от них еще отбиваться так долго надо. Ебнешься, блядь. А они тебя едят в это время-то, блядь. Так, дробовик. Где главный мух, блядь? Спрашиваю. Ебаный рот. Серьезно, что ли? О! На нахуй. Что-то дали достижение какое-то. Бо, уроды, блядь. На туре уроды, уроды, блядь. Целую обойму дробовика потратил на это говно, блядь. На этих мошек. Комаров да мошек. Опять прожекторы, да? Ох, блядь. Ну, ёбаный рот. Так, мне надо куда-то идти, блядь. Бля, серьезно, что ли? Мухи здесь летают. Давай, дух. Ну что ты делаешь, ёпта мать? Не, я думал, последствия будут страшнее, блядь, чем просто тревога, блин. Блядь, патроны. Почему у меня опять некуда патроны засунуть? Чё там, блядь, такое? Мы нахерачили, блядь. У меня от ебучей снайперки, блядь, столько пуль, просто ёбнешься, блядь. 92 патрона, охуеть. Куда они мне столько? Я, блядь, ей не пользуюсь. Ну чё ты, блядь, не попадаешь туда? Попал. Так. Так. Может, сейчас будет место взять? Блять, хуй там плавал. Вообще нет места. Стой, а там можно было выключить тревогу, интересно? Оба. Эй, сука, хвост хотел заебашить, блядь. Оп. Как тараканы. И не говори-ка, блядь. Что там за хуйня? Кто, блядь? Где? А, это Крис, блядь, там выебывается. Не могу взять пульки, хоть усрись, блядь.
Так, побыстрее, блин. Так. Это каюта? Каюта! И что здесь? Чемоданчик? Нет, нет, все пошло не так, это не Ада Вонг. Почему ничего не получается? Скомбинируйте последовательность ДНК с биоконструктором. Найдите новую подобную, используйте для следующей попытки Карлу. Она подходит. Но не сболтните при ней лишнего, нельзя, чтобы она узнала. Да. Да. Это она. Она бросила меня, но теперь она снова моя. С днем рождения, Ада Вонг. Теперь я понимаю. А, во, та духа-то умерла, блядь, тут. Ну да, наверное, странно такое увидеть. Выбирайтесь. Что, из-под лодки там было написано? Так, 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 а чё, с чем я ходил-то? А, со снайперкой. Пока с ней походим, блядь. Ну а чё, куда её, блядь, девать? Я ей практически не пользуюсь, она не слишком востребована. Отряд Альфа, это штаб. Подтверждаем, Ада Вонг действительно сказала правду. В открытом море недалеко от вас обнаружен готовый к бою авианосец. Данные со спутника говорят о том, что корабль готовился дать ракетный залп. Вы должны остановить их, прежде чем стартует хоть одна ракета. Вас понял, штаб. Я не одобряю то, что ты сделала, Карла. Но теперь понимаю тебя. Ненависть к Симмонсу заставила тебя разрушить то, что он создал. Но совесть стала причиной твоей неудачи, Карла. Кто, блядь, такая Карла? Ну, а теперь расскажи, разве не... Вот дрянь. Если бы ты хотел отомстить только Симмонсу, я бы помогла тебе. Что ты несешь? Помогла бы мне? Я настоящий Ада Вонг. Мне не нужна ничья помощь.
Мои планы никогда не приводят к провалу. Они венчаются успехом. Ее назвали скоро человеческому. Но обществу придет конец. Ее назвали, двойника назвали Карлой, что ли, блядь, я так понимаю? Что, блядь? И после этого ты знаешь, что останется от мира? Ничего! На земле воцарится ад и хаос! Надеюсь, это все. И я, Ада Вонг, стану королевой нового мира. Мне жаль тебя разочаровывать, но ты не более чем дешевая подделка. Покойся с миром, Карла. Ну да, судя по всему, так и есть. Ей дали другое имя. Сохраняшечка прошла. Должно быть, те, она вколола себе лошадиную дозу ковируса. Ну что, давайте на сегодня закончим. Продолжим в следующей серии. С вами был Малдер, всем спасибо за просмотр. До новых встреч, всем пока.